Ну вот, тоже я заболел солнечной энергией. Решил заказать 80 штук аж солнечных панелей. 158 x58 7 на 5. Это сам. Ну, заказал сразу комплект. Здесь шина. Шинка такая намотана, которую пропаять надо их. Это самое. Ну, это шинка побольше, это которая в завершении всего процесса соединять их на потолще. Два маркера со флюсом. Припоя, конечно, не было. Все вроде бы ничего, это самое, как рассказано на видео. Ну, честно скажу, все было нормально. До той поры, пока я не увидел вот этот вот пиздец. Они настолько тонкие, что я понял, мне надо не одну бутылку выпить, чтобы действительно заняться этой фигней. Я просто реально это охренел. Сначала думал, что они типа железо. Нет, они действительно кремниевые. Я уже одну сломал. Сейчас даже покажу. Вот. Односломные. Это действительно кремний. Действительно. Это металл, добываемый из песка. Упс. Ломание продолжается. Насмотрелся тоже канала Криосан. Действительно, люди, которые этой фигню занялись, наверняка действительно много выпили. Там просто без этого я так понял, не обойтись. Вот как я смотрю на вот на этот пиздец, который это самое, их здесь 80 штук, у меня просто это самое, прям руки опускаются. Для того, чтобы что-то начать собирать. Поэтому я собираю по 20 штук в день их. Точнее, не собираю, а напаиваю вот эту шинку вот на эти. Ну, как, в принципе, вот здесь я сделал. Маркеры текучие, конечно. Кстати, душистые. Пахнут реально приятно. Как хороший освежитель воздуха. Мне прям понравилось. Наверное, и токсикоман. Ну, пахнут реально приятно. Короче, конечно, эти маркеры кучу следов оставляют на солнечных панелях. Ну, когда я их помыл под краном, почему-то все стало нормально и красиво. Видимо, действительно их моют, что ли. Так, а ну-ка, кыш отсюда. Вот еще вот эта вот штука. Вот. Знаете, кто это? Да, это муха. Но у меня последний допинг это самое отсасывает здесь.